Еле вот из зарослей зашла. Целый день хожу. Ой, гном! Элли, это ты? Это я, госпожа. Да, это я. Что такое? Так вот посылка по понедельник. Вообще-то воскресенье. Это не мне посылка, а Алине. Боже, я же говорила читать там сзади написано кому. Ой, простите. Все, пошла. Калине так Калине, что такое? Я гном. У Курского вокзала. Ой, Алина, здравствуйте. В общем, вот ваши эти посылки. Еле донесла, нашла вас. Тут до меня гонится, то сюда. А приедете, где живете уже? Вообще-то мы живем в одном месте. Чик. Ой. Я так и знала. Папа, скорей. Алина, что тебе надо? Мия спит. Посмотри. Это посылка. Родители Крис? Да. Папа, это они все подстроили. Что тут еще? Это я не знаю кто. Это. Ты видел? Это, походу, тоже они. Собака какая-то. Родители Крис. Дядька. Родители Крис с каким-то дядькой. Ток-ток. Что-то мне не нравится. Давай им сейчас позвоним срочно. С чего? С этого горшка? Алло, здравствуйте. Доброе утро. Точняк, у нас телефонов нет. Да вот именно, что нет. Так, что еще? Так, какой-то дядька. Все, папа, я боюсь. А ты не боишься? Соберись в кучу. Я в соке. Так, сейчас все это выкидываем. Да, в общем, все рассказать маме. Она вообще где? Она сказала, что пойдет на... Куда пойдет? Да я знаю, куда пойдет, не надо тут вслух говорить. Габи, куда она пойдет? А что, говорить нельзя? Габи, молчи. Мне надо знать. Слушайте, а можно я у вас переночу, пожалуйста? А ты мама сказала, чтобы я сегодня домой не возвращалась. Так, почтальонша, домой, мигом. Эх, ну ладно. А можно мне его оставить? Габи, мы тебе и так какой-то хамелеон оставили. Может, надо тут всяких жуков набирать? Пожалуйста. Это мой зятёк, братисок. Хорошо, оставь зучка, братишка. Но если мама как бы не разрешит, то мы его оставим тут. Вас не сыт, это с мама.